Согласно повести временных лет, приблизительно в 988 году нашей эры киевский князь Владимир Святославич принял решение креститься, после чего духовенство крестило киевских людей в водах Днепра. В этом году исполняется 1025 лет с того момента. В рамках празднования юбилея в Воронежской области пройдет более 200 мероприятий. О самых интересных журналисты узнали на пресс-конференции. У нас есть строящийся храм князя Владимира в Воронеже. Он еще, правда, не подготовлен к освящению. И там несколько лет ведутся богослужения в Нижнем храме. И по традиции я там буду совершать божественную литургию. Потом будет совершаться крестный ход вокруг храма традиционный. В канун праздника митрополит Сергий адресовал всем добрые пожелания. Человек должен сознательно избирать жизнь. То есть добро, любовь и все соответствующие качества жизни, которые дают импульс человеку для жизни. И это очень важно в 21 веке сделать. Чем больше персонально людей станут на сторону добра, тем будет безопаснее на нашей земле. Также митрополит сообщил, 28 июля в честь святого равноапостольного великого князя Владимира он возглавит божественную литургию, которая пройдет в Благовещенском соборе после крестного хода от Успенского адмиралтейского храма.